Коллектив «Арлекин», Конкурский сельский дом культуры. Миниатюра «Свидание». Отлично!
нас уже целая команда собирается. Да? Саша, нет, интересно, а сколько ж ему лет-то? А я и не задумывалась. Ага, вот я, наверное, задумывалась. А еще одна прием. Здорово, папеньки, кто тут из вас это? Мы на свидание. Через интернет. И у вас есть чувство юмора. Не-не-не-не, похоже, все с чувством юмора хорошо у моего деда. Деда? Ага. Ему под 90 лет. Освоил этот, внучок приезжал, оставил эту адскую машинку. Он освоил этот на e-book. Ну и печатал. Глянь, сколько вас навызывал тут, а они приперлись, я думаю, да. Бабоньки, его вроде кулис скрутил, лежит. Говорит, иди, бабка, отчитывайся. Ну вот, пошла. А вы уж извините, девочки, мы с ним все-таки 65 лет вместе прожили. Больной или здоровый, он мне нужен. Сейчас костылем дохожу, паразита. Вы понимаете, вот, а? Вот вам и великая сила интернета. Ой, лучше уж знакомиться старым дедовским способом. На улице и вживую. Или на дискотеке. Ой, на дискотеку я бы позволила с вами. Ага. Как-то мы с подругой пошли на дискотеку. Ну? Да никому за 30. Ага. А за 60?